Для того, чтобы стать победителем международного турнира, Владиславу Миколайчуку пришлось принять участие в 6 схватках. Спортсмен уверяет, соперники были серьезные, однако победил он их без особых проблем. Особую роль в этом сыграл настрой. Просто я с отцом поспорил и появился стимул выиграть соревнования. И пахал на ковре, тоже тренера не подвел. Захотел просто выиграть. Всего наш город на соревнованиях представляло около 10 спортсменов. За право быть сильнейшим они боролись с представителем России, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. К сожалению, остальные вольники не смогли подняться на пьедестал почета, но тренеры не видят в этом ничего страшного. Все основные старты еще впереди. Тренировки у нас продолжают, идут повседневные, то есть каждый день идут. И это просто очередной этап подготовки к важнейшему вообще-то нашему турниру, это чемпионат Казахстана, который будет отборочным для чемпионат мира, чемпионат Азии. Где на самом деле мы возлагаем на наших ребят надежды. Почему? Потому что команда Карагандинской области, в том числе и Темиртау, является одной из сильнейших. Кроме того, еще один крупный турнир состоится в Караганде 17 декабря. Там тибертауские борцы намерены завоевать максимальное количество золотых наград. Алексей Никаноров, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.